Так, ну и пойдем, пожалуй, к зеленой двери наконец-то. Уже пришло самое время. Там уже начнется решающая часть уровня. Потому что Медозания будет находиться. И синий ключ, который хорошо бы охранялся. Ну, я уже вовремя избавился от тех железных ключей, так что мне тут уже почти не о чем беспокоиться. И вот с этими мы будем расправляться как-то так вот. То есть тут их, по идее, должно быть два. И как видите, другой стреляет тоже по какому-то препятствию, на этот раз уже по колонии. Ну, в общем, его уже проблемы. Мы сейчас от него избавляемся, как видите, тут даже торнадо как-то надолго не задерживается. Сразу исчезают. Так, ну вот наш искомый синий клич прямо впереди. Мы сейчас охраняемся. И что мы делаем дальше? Убираем с собой Том Сила, затем Феникс. Я думаю, вы понимаете, что сейчас произойдет. Сейчас произойдет бой с первым Малатавром. Так, кольцо невзуимости. Берем с собой ключик и нападаем. Там, как видите, впереди нас находится еще на кольцо невзуимости. Может, будет его сразу подобрать. Так вот мы это сделаем. Интересно. Просто отодвигая этого Малатавра поближе к стене. Все, и теперь пока у нас Том Сила действует, мы побежим уже к следующей двери. Потому что за следующей двери нас будет ожидать уже прямо вот так вот скоро следующий Малатавр. Да, вот так вот рано. Так, заканчивается у нас неизбывность. Пришло самое время наложить новую. Так, еще у нас будет скоро заканчиваться Том Сила, так что надо будет что-то с этим делать. Аль, погодите. Как раз вот вовремя успел, уже полностью свой Феникс даже установил. Так что можно будет уже скоро этот уровень заканчивать. Нет, тут действует неуязвимость, так что можно будет добить этого Фидианца. Все отлично, забираем с собой ее. Или погодите. То есть пока не забираем. Да и в принципе уже не надо. Патроны для Феникса. Теперь уже пришло самое время выходить с этого уровня. Правда, прежде чем это сделаю, надо будет собрать несколько пленочек, например. Добить вот эту Гаргулью, которая еще осталась. Так, и затем вернуться обратно в ту часть уровня, где мы находили синий ключ, потому что я там еще несколько предметов оставил. По той причине, то, что надо было поскорее еще к следующему Малатавру переходить. Так, ну все. В целом, как-то так он проходится. Тут главное не тупить, как я. Случайно тут себя в упор из ракетницы не выстрелить. Так, ну и кажется, это все, весь уровень. Всех убили, все нашли, а секретов здесь никаких и не было. Если не считать твоей секции с болотом. Она даже как секрет не считается, но, по идее, да вот этого трюка со ступеньками, наверное, не каждый догадается. Так, ну теперь все, переходим мы на следующий уровень. У нас тут еще осталось кольцо неизуимости с предыдущего. Будет у нас с самого начала аптечка. И я думаю, на таком раскладе можно будет начинать следующий. И в случае чего у нас есть еще Тяус девайс, который мне там тоже может пригодиться. А то есть там одна такая секция. Ну и следующий уровень у нас носит название Балатури. Тоже такой интересный уровень. Чуть позже расскажу, чем будет заключаться его структура. Ну и здесь у нас имеется такое вот интересное место с множеством летающих часиков. Чуть позже мы им займемся. И чуть позже еще расскажу, что это будет за такое место. Пока что мы разбираемся с нашими, ну, пожалуй, первыми големами в этом эпизоде. Только сейчас они не встретились почему-то. И все, после этого големы начнут на этом эпизоде прям чистить. Там нитро големы еще в будущем пойдут, как же без них. И, кстати говоря, очень такая интересная секция. Очень такая красочная, атмосферненькая. Потому что огромное такое поле лавы. Везде вот эти огни горят, и еще множество чертей от металла. Вот я не знаю, наверное, по старым временам это очень классно смотрелось. Так, ну теперь давайте заберем с собой этот желтый ключ. Сейчас пойдем как раз вот сюда, того места с частиками. В общем, как оно работает? Как только участник забираете, тогда активируется у вас такая вот тень. Это, соответственно, будет ваш путь, как вот эту, наверное, поле с прессами проходить. Потому что будете, если будете заходить в неправильное место, тогда будет активироваться пресс, как видите. Так что следует проходить очень осторожно. Так, вот, пожалуй, то самое место, где требуется уже наш ключ. Нам надо будет идти вот сюда. И здесь мы встретим, опять же, по-моему, первого рыцаря. Они также впервые встречаются, как и големы. Наконец-то мы их уже встретили. Так, ну и что эта кнопка нам сделала? Она нам открыла путь дальше. Я думаю, вы помните ту приятную на вид секцию, где была поле лавы. В общем, там у нас открывается путь в следующей части. У нас всего частей в этом уровне будет 4. Они все будут тут друг на друга похожи. И под конец нам надо будет эти секции еще объединить. То есть это будет уже такой уровень целостный, но там уже не обязательно бегать по тому полю с лавой. И, кстати говоря, если там упадете вниз, то, пожалуй, единственный способ оттуда выбраться, это либо с помощью крыльев, которые можно будет на этом уровне найти, либо с помощью Тяус девайса, так что имейте это в виду. Так, ну а теперь мы открываем только что секрет. И что у нас здесь? Здесь у нас лечи,
Ну, как видите, мне это такое приятное место, где можно будет их с помощью своей драконьей перчатки расстреливать. Вот как-то так мы избавляемся от одного. Этот будет стрелять в большей части по колонне, с унитом торнадо или огненными стенами. И теперь нам остается еще один, у которого тоже будет немного шансов на победу. Теперь перед ним уже стоит эта жаровня, или что бы то ни было. Ну, как видите, как-то так мы разобрались с личами, и в будущем они мне уж проблем не доставят. Потому что в будущем мы там будем рядом просто проходить, эта нычка с личами нам опустится. И мне там сразу же начнут унижать. Так что очень хорошо то, что мы с ними вовремя порубались. Так, мы теперь побежали дальше, наверное. Уже следующая часть этого уровня. На всякий случай, здесь сохранюсь, а то вдруг упаду вниз. Так, и что это было? Это у нас нитроголем теперь стреляет. Так, ну подходите ко мне поближе, сейчас мы вами уже займемся. Уже завершил с вами разговор. Так, это было не очень приятно, знаю. Но этот уже задоджил. Так, погодите, ко мне тут уже начали выходить. Офигеть. Сзади. Подгадали вовремя момент, такие. Еще один. Так, а их тут столько, интересно. Больше никто не выходит. Так, ну вот это давайте все-таки добьем, наконец-то. Ох, надеюсь, что я тут еще выживу. Каким-то макаром. И все, теперь у меня здоровья остается не так много, и еще нечем лечиться. Отлично, просто начало, но надеюсь, что сейчас мы так вот... глупо не сольемся. У нас големы бегают обычные, так что можно с помощью арбалета спокойненько стрелять. Так, и забираем с собой аптечку. Теперь у нас уже здоровье стало на вес золота, как видите. Так, тут у нас еще несколько. Теперь у нас ситуация хотя бы более-менее наладилась. И теперь нам надо будет как-то забраться внутрь этого бункера, нажать на тот переключатель, чтобы нам хотя бы открылась вот эта странная колонна. Вообще, такое интересное место напоминает мне уровень последнему, точнее, нет, последний уровень в первом эпизоде Дума, вот так вот надо было сказать. Там, где в самом начале было очень много бочек, и там еще демоны рядом бегали. В общем, эти бочки надо было взорвать, и демонов избавиться. Так вот там весело все начиналось. А здесь это следующая часть уровня, уже вторая по счету. Сейчас мы избавляемся от этих всех яиц, чтобы они мне потом не мешались, а то вдруг там по ним выстрелят маги, которые находятся на вот вверху. И, сами понимаете, это будет не очень приятно. И, кстати говоря, о магах. Они нас встретят уже в следующем месте. По-моему, яйца я с прошлого уровня не сохранил, так что у меня с ними будут определенные проблемы. Вот, ну, будем к ними готовы. Уже хотя бы. Кстати, там у нас, по идее, должен находиться серебряный щит, который мне как раз может в тех боях пригодиться. Мы его сейчас забираем, и вот, как видите, у нас опускается вот эта нычка с личами, наконец-то. Все, теперь уже можно будет забрать их какие-то бонусы, которые они охраняли. Там у нас находилась вот эта кляночка на 25. Так, а тут у нас нычка с горгульями. Ну, не бог весь, конечно, какая опасная. Тут, пожалуй, единственная опасность представляет вот эти огненные. По сути, на этом все. Но, с другой стороны, у нас будет находиться подобная ситуация. Почти ничем не отличается, по-моему, тут даже такой же набор патронов валяется. Так, и все, теперь мы с ними разобрались. Так вот, мы вернулись обратно. И теперь давайте переходить к тем нычкам с магами. Сейчас мы будем с ними как-то перестреливаться. В принципе, тут есть место, где от них можно будет вернуться. Ну, сами понимаете, узкое какое-то такое пространство. Не очень удобно с ними воевать. Так, а здесь у нас будет находиться его брат-акробат. Второй маг Дисперила. Вот как-то так мы с ними разобрались. Главное то, что хотя бы не умерли. Так, теперь нам придется возвращаться обратно. Я там заметил то, что уже големы какие-то появились. Так, ага, уже ко мне вот один вышел. Несколько даже напугал. Так, наверное, кто-то там еще с другой стороны находится. Хотя могу, конечно, ошибаться. Так, а вышли ли, по идее, вот из того бункера? То есть я сейчас открываю эту дверь. Вот уже другого вижу, его брата. И он, кстати говоря, охранял драконью перчатку, так что неплохо было бы ее подобрать. Так, а дальше место у нас, по-моему, начинается очень веселое. Очень хорошо то, что у меня к этому моменту сохранилось это кольцо неуязвимости. Потому что прямо сейчас я смогу убить первого Малатавра. Да, он тоже здесь встречается, но, слава богу, тут хотя бы один единственный. И, по-моему, личей на этом уровне почти не встретится, за исключением последнего, который будет находиться вообще вместе абсолютно тролльным для него. И абсолютно для него непроходимым. Ну, сейчас потом еще увидите, как только уровень там будем проходить под конец. Сейчас активирую там силы, кольцо неуязвимости и побежали. Вот и наш рогатый друг, здесь нас встречает. Ну, как видите, у него против нас немного шансов. Он даже как-то ударить по нам не может, бедняга. Убрасывает нам тут очередную свою огненную сферу.
И теперь можно будет, пока бьюзом из действий, разобраться с магами под усиленным арбалетом. Как видите, то у нас так вот быстро все происходит. Еще даже действует эта неуязвимость. И по идее, как-то сейчас она у меня уже заканчивается. Как раз вовремя. Все, отлично все получается. Забираем с собой цветок с картой. Сумка с боеприпасами. Ну, а эту огненную сферу пока что трогать не буду. По понятным причинам. Все, из этого места теперь можно уходить. У нас есть уже зеленый ключ, который мы снова можем активировать в начале уровня. То есть мы каждый раз будем туда возвращаться и какую-то новую часть уровня для себя открывать. Так вот интересно тут все работает. Наверное, тут стоит почаще сохраняться, то мало ли что здесь произойдет. Тут, конечно, место не самое опасное, тут у нас просто нитроголем. Ну, просто сохранился на случай того, чтобы можно было откуда-то хотя бы переиграть. Так, понимаете. Так, ну здесь у нас секрет. И, кстати говоря, впервые нам начали выдавать патроны для нашей булавы. Которой у нас пока что нет, и она, по идее, даже не всегда генерируется на этом уровне. Так что, наверное, они могли быть даже бесполезны. Так, и теперь что происходит дальше? Мы, по идее, с этим небольшим вкладом разобрались, так что теперь уже можно будет переходить с самого начала уровня. Вот, как видите, это место уже соединилось. Так, да, и теперь мы побежали в то самое место, где требуется уже зеленый ключ. Арбалет пока что брать не буду. Разберемся просто с этим рыцарем, потом заберем эти стрелы. Нажимаю на переключатель, и нам открывается третья часть уровня, по идее. Сейчас мы как раз туда побежали. Так, куда нам теперь бежать? По идее, теперь уже вот сюда. Если могу правильно понять. Да, вот здесь нас уже подкараулили те нитроголи. И тут вот еще один брат-собрат. Конечно, эпично ты сказал. По идее, брат-акробат надо было хотя бы. То брат-собрат как-то глупо звучит. Ну, хотя бы как-то так. Место здесь будет не самое сложное. Будет, конечно, одно такое неприятное место, где будет дофига просто нитроголемов. Но находиться они будут все в одной точке, так что можно их прямо часиками своими заспамить, если все аккуратно сделать. И если кому интересно, то здесь находится у нас синий ключ, который можно будет чуть позже забрать. Так, убиваем горгулью. И что у нас дальше? Вот как раз та самая нычка. Уже не более-менее подготовленная. Заставляем ее часиками. Хотя бы как-то так вот. Не знаю, вот там кого-нибудь убили или нет. Сейчас уже точно должны. Их можно будет уже расстрелить с помощью нашего драконьего когтя. Уже хотя бы не так много патронов на этом деле потратим. И при желании можно даже с помощью волшебного жезла это сделать. Ну, ты сам понимаете, произойдет очень долго. Будет происходить. Так, давай, до свидания, еще один. И по идее это все. Теперь это место уже можно более-менее безопасно проходить. На всякий случай туда еще раз загляну, там проверю, никого ли не осталось, но по идее все, тут уже точно больше никого нет. Так, теперь мы переходим вот в эту часть уровня, такую очень темную. Нажимаем вот здесь на переключатель, ее здесь очень легко потерять. Ну, хотя с другой стороны, когда будете возвращаться обратно, уже хотя бы увидите, где он находится. В общем, теперь у нас открывается вот эта фигня. Затем вот это, тут у нас боли поджидает. Так, затем вот этот переключатель нам должен будет ключ открыть, который где-то вот здесь уже находится. Так, по-моему, должна будет открыться еще одна часть уровня, но я точно не помню, где она может находиться. Потому что у меня пока что... Или погодите, у меня карта с собой есть. То есть, погодите, сейчас смогу сходить вот сюда. Мне сейчас откроется вот эта верхняя нычка. И здесь у нас находится големы. Ну, големы тут, как видите, совершенно обыкновенно, они по мне даже не стреляют. А вот нижние, которые появятся, секретки, они по мне уже стрелять будут. Вот, и мы опять же готовы. Там, кстати говоря, находилась такая не очень приятная нычка с горгулями, но мы ими чуть позже займемся. Так, забираем с собой обязательно эту лечащую склянку, а то у нас со здоровьем начала твориться просто беда. Так, и теперь давайте переходить обратно на нашу начальную часть уровня. Вот очень хорошо то, что здесь был такой секрет, который нас сразу сначала вернул. Так, и теперь пришло самое время открывать уже последнюю дверь. Давайте немного подлечимся, потому что здесь нас встретит уже призрачный рыцарь. Так, это было очень неприятно получить от него в лицо красным топором. Но, слава богу, мы от него уже избавились. Теперь у меня больше не потревожит. Арбалет я опять же брать не буду, потому что у меня не такая беда с патронами к нему. Он нам дает целых 15, по-моему. Так, и теперь давайте возвращаться уже в ту самую центральную часть уровня. И сейчас мы пойдем прямо, по идее. Как-то так вот. Здесь нас тоже встретит нитроголема. И все, скоро этот уровень уже подойдет к концу. Так что не волнуйтесь. Следующий уровень, по идее, будет несколько сложнее, чем вот этот. А этот у нас вообще тут чуть ли не самый простой.
ты даже не знаешь, что может быть ложного. Так, ну сейчас у нас скрывается вот эта нычка, где мы когда-то убивали магов. Там еще рядом Лотаур бегал. Ну, как видите, у нас тут единственное, что осталось, так это вот только два из них. И все, теперь это место уже доставляет мне не так много проблем. И сразу же мы убиваем целых двоих. Просто замечательно. Так, теперь что происходит дальше? Дальше нам надо будет нажать на этот переключатель. Дальше мы бежим вниз, нажимаем на еще один. Открывается у нас выход с этого уровня. Но пока что мы не ходить с него не торопимся. Потому что у нас тут открывается еще одна нычка с магами. Правда, сразу же закрывается. И, соответственно, чтобы ее открыть, нам придется вернуться обратно. Так, ну давайте тогда заходить. Тогда приготовим против Никачо Феникса. Чтобы точно уже убить. Один раз по мне эта гадина все-таки успела выстрелить. Ну теперь уже все, теперь мы это место можем зачищать. Нам остается на этом уровне бегать не очень много. По большей части мне придется проходить из склады, которые по бокам находятся. Как видите, тут было очень много гаргулей, пускай не самых сильных и обыкновенные. Ну вот, пожалуй, то самое тройное место, о котором я говорил, где этот лич, он сам себе и троллит, просто спрятался вот за этими факелами. И, как видите, да, у него шансов на победу здесь было не очень много. Очень много препятствий на его пути стояло. Так что я мог бы спокойненько с помощью своей перчатки застрелеть. Подождем, наверное, пока эти торнадо здесь иссякнут, чтобы я смог забрать вот эти все ништяки. Все, спасибо. Забираем это все дело и возвращаемся обратно. Так, мы теперь сможем вернуться обратно в ту часть уровня, где был синий ключ или нет. Фигня, наверное, никогда не откроется. А, сейчас открывается. Хорошо. Мы здесь можем собрать несколько патронов к арбалету и возвращаемся обратно. Теперь у нас остаются только склады, по идее. Открываем эту фигню. Так, и здесь, по-моему, будет очень такая необычная секция. Дело в том, что если мы пройдем по определенной зоне, тогда откроется вот эта вот фигня центральная. Точно не знаю, как это место можно будет назвать, но, в общем, тут у нас много огненных гаргулей. Мы против них приготовим, пожалуй, арбалет. Или погоди, здесь огненная была только одна. Ну, в общем, да, ребят, как видите, здесь у нас патроны Феникса валялись, еще зачарованный щит, который я соберу в самом конце. Так, еще один нитроголем. Кстати говоря, хранили они здесь эту мистическую урну, или он хотя бы, потому что так. И я там заметил то, что были еще патроны к арбалету в большом количестве, целых 30. Но мы их пока брать не будем. Здесь у нас яичушка, убиваем гаргулью. Так, и с этим складом мы закончили, пока что мы этот щит трогать не будем. Теперь мы побежали в альтернативную часть, уже последнюю, уже точно. И на этом мы этот уровень должны будем полностью пройти. Нам тут останется убить, по-моему, одного мага, там еще несколько огненных гаргулей, которые кольцо неуязвимости охраняют. Здесь у нас находятся крылья, как видите, мы их только под конец где-то получаем. Так, и что дальше? Так, ну, кажется, это все почти. Единственное то, что остался еще верхний склад. И скоро я буду уже, наверное, заканчивать. Долго тут, конечно, играю, возможно, я просто этот заход на несколько серий поделю. Там пройдем хотя бы еще один уровень, тогда на этом закончим. Хотя бы уж так. Так, ну теперь давайте приходить вот в это место секретное. Тут у нас несколько огненных гаргулей. Ну и уже последние противники. Немного подлечимся, забираем с собой это колечко. Возвращаемся. Теперь сюда. Ну и теперь уже можно будет забирать с собой тут зачарованный щит. От противника мы уже избавились, и надо будет еще где-то вот один предмет найти. Ох, ну вот интересно, где он может находиться. Он может находиться где угодно, на самом деле. Я даже не помню, где именно. Так что придется, да, мне тут побегать. Возможно, даже этот момент я ускорю. Да, ну мне тут недолго пришлось бегать. В общем-то, здесь находился этот Чаус Девайс и огненная булава. Все-таки она мне здесь выпала. Так, ну а теперь все, теперь уже можно будет этот уровень наконец покидать. И выход у нас находится вот в этой точке. Все, заходим за эту дверь. Уровень мы полностью прошли, всех убили, все замечательно. Уровень назывался Амбулатория, опять же. Такое вот у него интересное название. И следующий называется Спукер. Точно не знаю, как это название переводится. Ну, по идее, тоже как-то связано с кладбищем. Ну и что у нас здесь есть? Очень много гаргулей в самом начале. Часики везде тут разбросаны. Вернее, парят. Ну и надо будет как-то попасть вот в эту центральную часть уровня. На самом деле тут все очень просто, хотя на первый взгляд здесь никакого входа нет. На самом деле,
Нам надо будет просто вот к этой решетке подойти, которую вы увидели, и она сразу откроется. Теперь мы начинаем отстреливать этих големов. На самом деле, это очень простой уровень. Здесь по большей части только вот эти рыцари големы будут водиться. И, кстати говоря, только что нарушил ту часть крипта, что прошел по этой колонии, она там только сейчас закрылась. То есть, по идее, как только я сюда захожу, за нами эта решетка закрывается. Так вот зловеще. Ну, она чуть позже откроется, если мы с самого начала вернемся там каким-то другим способом. И если мы попытаемся вернуться обратно. То есть вот в эту часть. Надеюсь, вы меня поняли. Так, избавляемся от рыцарей. Как видите, противники это так себе, потому что находятся где-то на возвышенности, и по идее только по одному нас атакуют. Ну, где-то 4 выстрелов из арбалета, они и так вот спокойненько и валятся. Этот чит пока что трогать не буду, мне тут действует более сильный. Теперь нам надо будет идти вот сюда. Сама открывается эта дверь. Здесь у нас огромное количество рыцарей будет, но пока что мы их трогать не будем. Потому что у нас тут открывается огромное просто количество этих призрачных големов. Мы против них приготовили свой адский посох. В общем, мы сначала с ними расправимся, потом уже вернемся к рыцарям, в случае чего. Чтобы эти ребята мне тут сзади за спину не вставали, как это было на предыдущем уровне. А то они очень любят это делать, так вот испугать. Потому что такое огромное просто количество зомби на вас прет сразу же. Так, и очень хорошо то, что не взял ту огненную сферу. Хотя, по идее, мне Фениксу было максимум патронов. Так, и есть. Так, может быть, пойдем даже сюда, чтобы уже сразу разобраться с этими гаргульями. А то они вдруг откроют двери, и у меня будут не самые приятные имена. Ой, времена. Потому что будут мне там кожу сзади так вот разрезать. Так, ну, теперь уже можно будет приниматься за рыцаря, не так вот уже интересно тут столпились. Как раз вот под Феникс. Так, и еще один последний здесь у нас. Так. Все, тут уже место более-менее зачищено. Тут единственное, что осталось сделать, так это вот с этими големами разобраться. Чтобы тоже тут не мешали со своими черепами, орущими. Так. Ну все, это место уже более-менее безопасное. Можно будет тут что-то делать. Нажимаем вот на эту стену с изображением ворона. Теперь уже опускается вот эта фигня. Вот эта колонна, еще одна. Так, и теперь мы нажимаем на переключатель, который находится вот здесь. Все, теперь у нас открывается уже следующая комната. Теперь мы сможем пройти уже вот в эту золотую зону. Или зону с коричневым кирпича хотя бы. Хотя бы уж как-то так. Ну, еще, да, зловеще так выглядит это место, надо сказать. Идет тут какая-то спираль. Или не знаю, что там может быть. Хотя бы коридоры. Так, и здесь у нас еще одна такая нычка с рыцарями, которую пока что трогать не буду. Сначала разберусь вот с этими парнями. Потому что они меня тут больше пугают. Ну, а рыцари-то так себе. Их можно будет с помощью феникса так вот застрелять. Или с какого-то другого оружия. Ну вот, феникс они не очень любят. Так что лучше уж будем именно с него их разносить. Все. Теперь мне тут уже точно ничего не мешает. Могу, конечно, желать на этот переключатель там не спускаться, но я лучше этого делать пока не буду. Кстати, в том сила. Сначала мы тут побегаем. Рядом с этими колоннами, потому что, как видите, тут у нас часиков много дают. Которые я обычно не использую, но все равно. Все равно это будут как предметы. И, кстати, может быть, уже имеет смысл вернуться обратно, потому что, помню, там у нас на обратном пути открываются кое-какие нычки, опять же, с этими противниками, которые тут уже решили устроить инфайт. Ну, в общем, да, у них там будут находиться кое-какие приятные плюшки, вроде вот этих вот летящих клян. Так что их стоит определенно взять. Так, последний, по идее. Надеюсь на это. Так, забираем последнюю летящую склянку и возвращаемся обратно. Теперь мы должны будем перейти в самое начало уровня с помощью того переключателя. Это откроет нам секретную зону. И по идее у нас таких секретных зон должно быть две. И если мы их посетим, тогда мы сможем пробраться в суперсекретную. И именно там у нас будет находиться переход на секретный уровень. Так, тут я вижу железного лича. Мы против него готовим феникс. Подождем, пока вот эта стена у нас откроется. И начинаем им заниматься. Он, конечно, неплохо так съел у нас щит. Ну, мне тут главное было подождать просто, пока эта стена откроется. И теперь уже можно будет приниматься за гаргулей. Возможно, этот торнадо мне тут даже несколько поможет, потому что несколько их подамажит. Но очень надеюсь на то, что он скоро уже исчезнет, потому что мне тут больше мешается. Убить его никак, к сожалению, не могу. Так вот он гад. Все, собираем здесь лечилки. По идее, все, торнадо мне тут больше не мешается. Убиваем здесь последнюю гаргулью. И вот следующий суперсекрет мне откроет вот, по-моему, вот эту зону. И потом уже откроется вот эта дверь. Кстати, забыл про часики, стоило взять.
Но вот как видите, уже наконец-то открылись вот эти колонны. И немного уже стала убираться вот эта стена. Ну и потом уже откроется нам настоящий выход на следующий уровень. Не секретный, секрет нам откроется чуть позже. Так, теперь мы спускаемся вниз. Пока что у нас даже действует вот щит с прошлого уровня, зачарованный. Это приятное для нас известие. Так, и первое, кому здесь встречаем, это гаргульи. Ну, как видите, у нас тут огромное количество гробов с этими эфирными стрелами, и это нам очень хорошо помогает. Потому что можно будет сейчас с этими рыцарями так вот сражаться, и сразу же вот эти все арбалетные стрелы установить. Возможно, имеет смысл уже применить против них такой предмет, как темная сфера, потому что она будет игнорировать эти топоры летающие. Так, и что будем делать дальше? Сейчас нам надо будет подойти вот на этот гроб, тогда у нас откроются вот эти все нычки с големами. Мы против них, пожалуй, будем использовать наш адский посох. Не знаю, возможно, не самое лучшее оружие, но хотя бы что-то. К сожалению, съели мне тут весь щит эти гады. Ну, радует хотя бы то, что у нас тут аптечек много. И еще 7 аптечек у меня в инвентаре. И, кстати, ребят, давайте я на этот раз уже опять же сохранюсь. А то мало ли что здесь может опять же произойти. Например, вот как сейчас. Мне тут чуть было не убили. Нет, тут уже щита все-таки не осталось, а эти големы стреляются очень больно. За раз такие. Так, и только что меня пробили парочка раз этими золотыми черепами. Было не очень приятно. Так, и все. Наконец-то здесь мы от противников избавились. Не самое приятное было место, согласитесь. Хотя, возможно, я тут просто тупил и не знал просто, что делать. Так, теперь у нас начинается серия из этих переключателей. Всего здесь будет 4. И если мы попытаемся вернуться обратно, тогда нас там уже встретят маги. Лучше будет с ними сразу же разобраться, потому что они могут за нами еще вылететь. И тогда для меня наступит не самые приятные времена. Вообще так, где-то здесь они у нас находятся. Мы их лучше расстреляем с помощью нашей перчатки драконьей. Вот как, например, сейчас вот. Как видите, на этот раз они мне проблем доставлять не так много. Вообще, как-то так и надо с ними расправляться. Так, и все. Здесь их, по идее, было только 3. Теперь мы собираем вот эти все лечащие жестянки и возвращаемся обратно. Дальше место начинается не самое приятное, потому что мне здесь встретит огромное количество призрачных рыцарей. Ну, слава богу, да. Игнорируют вот это темная сфера и топоры. В том числе и красные, что самое главное. Так что можно будет уже с ними спокойненько разбираться. Даже с помощью своего арбалета. Главное, слишком близко к ним подходить. Но они, по идее, делать это не любят. А то они вблизи наносят уже полный дамаг. Даже несмотря на мою сферу. Так, ну теперь все. С этим противником разобрались. Можно будет забирать этот арбалет. И вот эти стрелы. И забирать даже более хороший щит. Он нам откроет секрет, который находится вот здесь. Это у нас гаргульи. Гаргульи совершенно обыкновенные, мог бы совершенно спокойно их даже с помощью перчаток забить. Что я, пожалуй, сделаю. Так, и здесь у нас последний. Все, этот уровень мы скоро уже должны были пройти. В общем, да, ребят, после того, как вы вернетесь обратно, тогда открывается уже выход на следующий уровень, но мы пока туда переходить не будем. Сейчас мы откроем себе переход на суперсекрет. В общем, у нас начинает опускаться проход вниз. И здесь у нас, как видите, маги. Мы перед ними сохраняемся. Прямо обязательно. Так, еще минус один. И здесь у нас последний. Так, и открывается секрет. Да, где-то здесь у нас будет наконец уже переход на следующий уровень. Уже секретный. Причем не самый приятный был, так сказал. Ну, будем проходить уже, наверное, на следующий раз, а то сегодня мы уже долго играем, и придется мне этот забег тогда делить. По-любому. Так, ну, а здесь у нас будет находиться очень много магов, правда, они так вот интересно выстрелились в ряд. Как раз очень хорошая мишень для нашего Феникса. Так, приятно так выстрелили. Сразу такой толпы избавились. Чего-то этот маг у нас умирать не очень хочет. Хотя уже вроде урон от взрыва получил. И должен был уже умереть. Так, все, теперь он уже точно помер. У нас остаются только гаргульи. И надо сказать, у меня сейчас есть том силы, который мне, скорее всего, против них и поможет. Потому что здесь больше не осталось каких-то серьезных противников. Есть, конечно, один железный лич, но мы с ним должны будем очень быстро разобраться. С помощью той же драконьей перчатки. Вот, пожалуй, мое любимое теперь уже оружие. Так, подходим сзади. Что тут любят эти гаргульи где-то сверху тусить. Ну, очень приятное место они тут выбрали, потому что я даже не знаю, как по ним попадать. Ну, раз мы заговорили об этой перчатке, то пришло само время использовать. Так, и лич у нас находится с другой стороны. Пойдем к нему для начала. Так, вот здесь. Так, давайте на этот раз я сохранюсь опять же. Кто-то как-то меня напугал с огнестенкой.
А то вдруг он ко мне слишком близко подойдет и начнет уже состреливать. Там, скажем, теми же лебедиными иглами. Самой сильнейшей атакой. Ну и все, отвлечем я разобрался. Там, конечно, рядом с ним находится один секрет, который могу подобрать. Там просто талты торнадо, и мне этого сделать не дают. Так, ну, здесь у нас нитроголема. Я так полагаю, что это оружие против них не самое эффективное. Тут уж арбалет. Это будешь так. Так, и последний. Так, ну, если кому интересно, вот эта зона. Тут здесь у нас в будущем появится лестница, которую я открою, вроде как... ну, в общем, где-то здесь у нас будет наконец переключатель, да, вот он у нас поднимает лестницу. Так, а рядом у нас находится секретная стена. Так, как видите, здесь у нас находится кольцо невидимости, вот за этой прозрачной стенкой. И это колечко, по идее, нам открывает еще один секрет. Да, вот здесь. И это у нас переход на секретный уровень. Хорошо то, что сюда не зашел, а то было бы, конечно, очень глупо так вот уровень скоро покидать. У нас тут еще есть кое-какие противники. И да, ребят, это у нас горгульи. Против них, да, я уже применю этот лом силы. Тут уже не осталось больше каких-то противников, которые его явно желают. В общем, только вот они. Благодаря нему мы этот уровень пройдем в разы быстрее. Вернее, оставшуюся его часть. Так, ну все, еще парочка выстрелов. Так, и здесь у нас, как видите, абсолютно такая же зона. Тоже такие вот яйца на болоте. И по центру у нас какое-то оружие. На этот раз это арбалет. Так, и что-то на этот раз у меня горгули появляться не хотят. Все, теперь уже появились. Вышли. И у меня еще действует том силу. Хотя, по идее, на этом уровне мне должны давать еще несколько. Там мне бывало, там, скажем, даже 4. И я даже не знаю, куда их деть. Ну, в общем, применял в итоге на эти горгули. Так, ну все, вот уже последний противник. Надеюсь, что уж так и есть. И 3 предмета мне осталось найти, но они у нас находятся как раз вот наверху вот этой зоны. То есть вот яйцо, например, с одной стороны. Другой вот я вижу том силы. Мог бы, конечно, применить крылья и достать до этого места, но можно будет зайти сюда и все равно получить. Все, вот у нас уже почти полный боезапас. Феникса мы восстановим каким-то таким образом. Затем вернемся обратно, соберем с собой новый щит. Патроны для нашей ракетницы. Ну и все, теперь мы каким-то таким вот боезапасом будем переходить на следующий уровень, который будет секретный. И его я буду проходить в следующий раз. Так что на этом, ребят, я с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто меня смотрел, спасибо за ваше внимание. С вами на связи был Няш Колдфак Септ. И в следующий раз, да, мы будем проходить секретный уровень под названием Мавзолей. Да, вот какое такое вот у него веселое название. Я думаю, тут уже понятно то, что в этом уровне будет полно личей. Если я вспомню шуточку Лич Ильич. Ну, в общем, да, ребят, всем пока. Увидимся в следующий раз. Надеюсь, что вам понравилось.